Всем здравствуйте, меня зовут Геймер СК. Возможно, я не Геймер СК, может, меня уже зовут и СК Студио. Да, вот он, я. Я так выгляжу. На самом деле, если кто-то ожидал совсем другого человека, то, ну, извините. Я выгляжу, да, вот так. Ну, это мои первые новости канала, поэтому давайте же начинать. Погнали. Давайте же начнем для начала с мультсериалов, которые я делаю. Это мини-эпизодик и магазинные шары. Да. Давайте начнем сначала с мини-эпизодика. Мини-эпизодик я его сделал очень давно. Буквально 2 недели назад. Даже 3. Чем я вдохновлялся? Да почти что ничем. Просто я подумал, может, что-то свое создать. Да, вот по приколу решил сделать первую серию мини-эпизодик. Ну, по просмотрам видно, что вам понравилось. Поэтому я продолжил. Самая популярная серия, которая из всего мини-эпизодика, это третья. Давайте же поговорим про новости самого мультсериала. Я его, конечно же, делаю. И он не на стопке. Он делается до конца. Сейчас 5-я серия, уже выходит в 14.00 или в 15.00 по московскому времени, вот именно сегодня. Потом начнем 6-й серии. Да, 6-я серия уже доделывается. На самом деле она может выйти завтра, но может и послезавтра. Пока что я не знаю. Потом, насчет 7-й, 8-й, 9-й серии и 10-й. Я сделал единственное только слоган, то что вы видите в начале видео. Вот, всех слоганов я сделал, и иконки я все сделал. Получается, что я уже почти что все серии уже придумал, и готовлю их делать. Но, честно говоря, я уже понимаю, что сериалу скоро уже конец, и больше не будет продолжения. Может, второй сезон и будет, но может только через год. Пока что только вот так вот. Давайте же перейдем к магазинным шарам. Ребят, честно говоря, если кому-то понравилось, это видео по просмотрам, ну, может, кому-то понравилось сериал. Ладно, представим, что так. Но, ребят, честно говоря, из-за того, что у меня такая проблема случилась, то, что мне он что-то не понравился. То есть, у меня сам визуал плохой, и что-то с что-то с рисовкой так себе. Это новый вид Country Balls, поэтому, че тут удивляться. Плюс того, что я плохо рисую. Не, я на самом деле нормально рисую, просто иногда и так плохо получается. Но все же, как бы, это на самом деле просто легко понять, потому что сам же сериал мне что-то не понравился. Он мне совсем не нравится. Но если вы хотите, я вот как раз и закончу со второй серии. Мне, честно говоря, чуть-чуть понравилось. Из-за того, что у меня есть некоторые, ну, такие серьезные обличия. Ну, ребят, как сказать. Если кто и хочет, ждите. Вторая серия сделана, третья серия делается. Поэтому этот проект не заброшен. То есть он работает. И все нормально. Ладно, продолжим с другими проектами, которые выходили раньше. Начнем, пожалуй, с Королевская... А, нет, подожди. Последний герой, да. Или подождите, как вот это называлось? А, Последний выживший. Это лего-мультсериал, который я делал недавно. Но на самом деле тут легко разобрать ситуацию. На самом деле она очень простая. Из-за того, что вторая серия уже была сделана, то есть она уже была санимирована, и осталось только озвучить и добавить звуки, то произошла некоторая утечка с тем, что карту сломали. Да, карта была сломана, продолжать я ее уже не хотел, да и сам вижу, что вам так себе проект. Поэтому, если вдруг я смогу продолжить и сделать какую-нибудь сюжетную линию, поэтому этот проект стоит на стопке. Или он вообще теперь больше не будет разрабатываться. Ладно, давайте перейдем к другим темам. А именно к Майнкрафту. Да, самые мои первые видео были про Майнкрафт. На самом деле это легко объяснить. Из-за того, что в 2021 году были самые популярные вещи, такие как логика Майнкрафта
И еще некоторые штуки, которые я уже забыл. Ну, сами вы, наверное, знаете 21 год, который был. И вот после этого в Майнкрафте я начал делать различные вещи. Кто видел, может, и видел. Я и мистику Майнкрафта делал, и еще какие-то видео делал. Ну, кто-то, наверное, знает такую вещь, как Тайн Хоррор в Майнкрафте, который я делал уже как месяц, наверное, 2 назад, может, 3. Ну, на самом деле, легко тут объяснить. Смотрите, кто знает, что такое Омлет Аркада? Наверное, каждый человек знает, который играл по мультиплееру с игроками. Может, кто-то не знает. Ну, так вот, после его закрытия я что-то перехотел делать уже обновление, сникпики и продолжение самой хоррор-игры. Хотя первая глава была успешна, были и тесты, и уже официальные, уже я игру сделал. И уже было несколько запусков, в которые заходили игроки и проходили эту игру. Даже мои друзья проходили. Но на самом деле, ребята, если вдруг появится новый режим или даже новое приложение, ну я знаю единственное, какое приложение, которое сейчас делают, уже давно будет аркады, это Курай. Ну, если кто-то знает, ну, напишите в комментариях. Я лично знаю эту информацию, да, и сейчас пока что я вообще о мультиплеерах не хочу разговаривать. Ладно, продолжим с новостей новых сериалов. На самом деле, после анимационных сериалов я хочу еще некоторые сериалы сделать, но это секрет. Поэтому, может, после того, как я завершу мини-эпизодик и сам же сериал «Магазинные шары», то, скорее всего, вы увидите еще-нибудь какой-нибудь сериал, который скоро выйдет. Ладно, пойдемте к новостям с телеграм-канала. Кстати, телеграм-канал. Телеграм-канал, там я опубликую новые вещи. И есть такая вещь, которая вот сейчас прям камера. Камера стоит на специальной штуке, а вот эта штука, которая именно стоит сейчас, вот есть в моем телеграм-канале. Фотки уже есть. И она очень прикольная, вот. Ну, пока что давайте перейдем к другим новостям. В телеграм-канале я публикую вещи, которые заранее делаю и пишу туда, чтобы потом выкладывать сам YouTube. И если хотите, можете подписываться или смотреть новости. Ну, я вам рекомендую подписаться, чтобы не пропускать новые новости. Ну, давайте же начнем. Пожалуй, всех, кто сейчас, может, видел, это «Дух квартиры». Да, это новый сериал, который входит в реальной жизни. Сейчас же сам же он разрабатывается. Первая серия сделана наполовину. На данный момент, на самом деле, вчера я начал только его делать. То есть 21-го. Не как в новостях было написано, что 20 августа я начну делать сериал, а 21-го. На самом деле, это легко объяснить. На самом деле, пока что бы я отдыхал в Беларуси, да, я был в другой стране, я все сериалы делал именно в той стране, потому что у меня была белорусская симка. И насчет того, что я пытался сделать хорошие какие-нибудь анимационные сериалы, то у меня никак не получалось. Я решил подумать чуть-чуть и в реальной жизни сделать какой-нибудь проект. На самом деле проект быстро дошелся. Дух квартиры. Все. Честно говоря, визуалы персонажей я еще пока что я сделал только единственного главного героя. А призрака я не знаю. Единственное, что я могу сказать. Ну, хотя я не знаю, почему. Я всех персонажей сделал, я только вам не могу выложить. Я их потом выложу. На самом деле, тут простая ситуация. На самом деле, первая серия сделана только наполовиночку. Наполовиночку. И поэтому вы еще недолго не ждите. После сентября точно выйдет. Вот в августе где-то выйдет трейлер. И здесь просто тема то, что еще может что-то помешать проекту делаться. Поэтому все зависит от меня и от свободного времени. Ну, честно говоря, вы видели, наверное, бета-версию комнаты главного героя. Дух квартиры. А если не видели, это предыдущее видео. Ну, давайте же продолжим. Еще были проекты, не связанные с сериалами, а с играми. 3 ночи в подъезде. Первая глава. На самом деле, вы видели, наверное, тизер игры и новости по этой игре.
Если кто-то читал новости по телеграм-каналу, то все, можете пролистать. Но все же лучше я объясню. Ситуация такова, что эту игру я начал делать тоже в Беларуси, в другой стране. И поэтому проект был остановлен. То есть его придется делать сначала. Но сначала это будет делаться долго, и уже точно тоже после сентября может появиться трейлер. Я пока что не знаю, пока что еще не дочитал. Но фотки уже камер, комнаты и все остальное уже сделано. И будут уже скоро начинаться проект. И на самом деле я легко могу вам объяснить ситуацию, потому что, ну как вы сами понимаете, что первая глава выйдет точно в сентябре. И почему первая глава? Может, это просто три ночи и только первая часть? Нет. На самом деле, это первая глава, это первая ночь. Да, тут будет три сюжетки с концовками. На самом деле, я хочу сделать быстро этот проект, чтобы потом не заморачиваться. Но из-за того, что я не могу сейчас так сделать, поэтому придется подождать чуть-чуть. Ладно, перейдем к другим сутям. Насчет еще куча того, что я хочу еще сделать, а именно новый сериал, который, ну, не рассказывает, ну, или рассказывает, я не знаю, ребят. Он называется «Битва за улицу». На самом деле, легко я могу вам сказать. Сюжетку я уже скидывал в телеграм-канал, поэтому я сейчас объясню быстро. Я делаю ремейк первой серии. Да, ремейк первой серии. Первая серия вышла худше всех остальных серий. Седьмая серия не готова, потому что мы ее просто не можем сделать из-за того, что мы не понимаем, как бы мы пытались понять. Например, может, главного героя хотят ранить, и потом он должен прийти обратно. Либо он должен убить уже врага, или как-то еще. На самом деле мы не можем, потому что мы запутались уже в сценарии. Мы уже и ругались, и говорили, что нет, вот так надо сделать, нет, вот так надо сделать. Нет. Поэтому, ребят, мы точно можем сказать, что в 2024-2025 году, ну, в 2024 или в 2025 году, точно сериал должен выйти. Это точно. Трейлер выйдет в том же году, перед сериалом. Насчет ремейка. Ремейк будет уже скоро сделан, когда пацаны приедут. Мои друзья. Мы с друзьями делали сериал. Мы его сделали в апреле 2023 года. И на самом деле, почему причина того, почему мы его не смогли выложить? Просто из-за ситуации в мире мы не можем его выложить, потому что это кажется настоящей пародией на войну. И это неправильно. Поэтому я решил переделать сюжет. Он будет связан, что в мире апокалипсис. И кланы, которые образовались в этом самому городу, который был апокалипсис, хотят захватить этот город и освоить его. Но есть некоторые другие кланы, которые его наоборот хотят просто не оставлять этот город и разрушить его до конца. И вот главный герой создает свой клан, в котором есть его друг. И они справляются. Ну, весь сюжет, и я вам не буду рассказывать. Ремейк может выйти не только первой серии, может второй и третий. Точно неизвестно. Но уже с четвертой серии уже может точно не будет ремейков. Потому что с первых трех серий можно понять сюжет самой ситуации, которая происходит. Поэтому мы делаем ремейк и переделываем весь сюжет. И да, он перезагружается. Давайте же начнем, пожалуй, с канала, самого канала. Канал будет перезагружен. Да. К сожалению, канал геймерская с 138 подписчиков переходит на SK Studio. На самом деле я не буду удалять канал. Просто переделаю его. Может, некоторые видео, которые остались именно на канале, будут ограничены, то есть для подписчиков они будут видны, а вот для новых зрителей они будут не видны, то есть те зрители, которые не подписались.
Аймиа мы будем то удалим, то, ну, то есть ограничим доступ только к Майнкрафт. Потому что CSK Studio это не может никак, ну, то есть означать. Может еще тайный хоррор, да, может остаться. А вот уже весь остальной Майнкрафт, который мы делали, это уже все. Мы ограничим доступ. И будет видно только подписчикам, которые подписались на канал. Вот такие новости. Поэтому в точно уже в этом году канал изменится сильно. Мы потеряем старый геймер СК на СК Студио. Почему же я подумал, что надо изменить на СК Студио? Все очень просто. На самом деле, если посмотреть на мои последние видео, которые я делал, это проекты, сериалы и мультсериалы. Поэтому я решил сделать СК Студио. Потому что так можно, во-первых, набрать подписчиков, там, например. Они будут смотреть видео. Ну, то есть я имею в виду не из-за того, чтобы поднять подписчиков. Я просто хочу создать свою команду. Ну, то есть студию. В которой есть я, мой и мои два друга пока что. Но, честно говоря, в SK Studio будет еще одна проблема. В том, что люди могут не понимать. То есть люди смотрят геймер СК. А потом, когда у них будет сообщение по типу у SK Studio вышло новое видео, они просто не поймут, это геймер СК или это новый канал, на который они даже не подписывались. На самом деле, ребят, просто очень. Потому что, смотрите, если смотреть мои сериалы, которые я сейчас буду выкладывать, то это уже какая-то студия. Поэтому я хочу изменить канал. И еще наша цель это 1000 подписчиков. И еще, я, конечно, всех понимаю, кто шорцев, но, пожалуйста, посмотрите это видео. Это обязательно, потому что в скором времени эти новости станут каким-то новым, чтобы на самом деле вы понимали все, что сейчас происходит. Именно в канале. Вот такие новости, ребят. Ладно. Тогда в следующем новостях. Это может уже произойти через 5 дней. Ну, точно на следующей неделе. Это будет через неделю новый выпуск именно наших новостей. Так что вот так вот. Поэтому подписывайтесь на наш ТГ-канал. Ссылочка в описании. В телеграм-канал. И скоро может появиться еще другие соцсети, на которых вы будете подписаны. Поэтому без лишних слов подписывайтесь, ставьте лайки. И главное, смотрите, если вы в телеграм-канале подпишетесь, то смотрите новости, чтобы потом понимать, что именно показывают в сериале. Ладно, всем спасибо за просмотр. Огромное спасибо тем, кто смотрит меня все время, кто смотрел меня с первых подписчиков. Ну, вот такая вот история. Ладно. До скорого и увидимся через неделю. Пока.